Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание знакам зодиака и поговорим о том, как правильно подобрать часы каждому знаку зодиака, чтобы они действительно привлекали финансовое благополучие, достаток, изобилие в жизнь того или иного человека. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы знаете, что эта информация действительно будет полезна или важна. Вы знаете, иногда очень часто возникает вопрос, а что же подарить другому человеку? И часто наши друзья, знакомые, близкие люди говорят о том, а подари-ка мне часы. Но дарить часы достаточно сложное дело. И почему? По одной простой причине, что каждый человек, он индивидуален. И нужно сделать так, чтобы часы именно не просто несли информацию как подарок, но и также были полезны. И полезно для того, чтобы действительно человеку было это приятно, и именно эти часы несли не просто информацию как подарка, а несли информацию Вселенной, высшим силам о том, чтобы эти часы могли привлекать изобилие, достаток и благополучие. Поэтому мы с вами поговорим о знаках зодиака, которым подходят те или иные часы. Итак, давайте начнем с овнов. Уважаемые овны, в ваших часах, так как вы достаточно деятельны, вы активны, вы огненный знак зодиака, поэтому должен присутствовать в часах именно огненно-красный цвет. В идеале и упаковка подарка должна иметь тот же ярко-красный оттенок. Цвет лидера поведет овнов к намеченной цели. А вот стрелки часов укажут верное направление. Следующий знак зодиака – телец. И вы знаете, тельцы, они сами по себе предпочитают достаточно такие вот внушительные подарки. Вот слышали, наверное, выражение о золотом тельце. Поэтому, чтобы побаловать этот зодиакальный знак, выберите часы в золоте или хотя бы с позолотой. И в сочетании с темными или даже черными, как и их родная стихия Земля, циферблатами и ремешками, получится достаточно идеальный подарок. Близнецы. Уважаемые близнецы, вы сами по себе противоречивы личности. Хотите всего сразу, и поэтому даже беретесь одновременно за несколько дел. Не пытайтесь близнецов остановить, лучше наоборот их нужно поддержать. Несмотря на все метания, близнецы достаточно внимательны ко всем мелочам. Поэтому небольшой предмет с огромным значением, да еще и, например, в элегантной упаковке, это то, что надо близнецам. Поэтому миниатюрные часы для девушки, а вот сложные часы с обилием мелких деталей – это обязательно для мужчины-близнеца. Раки. Уважаемые наши раки, вы горячие сами по себе и еще рожденные в пик летнего солнцестояния. Вы любите старинные вещи, потому что именно они, как вы считаете, излучают накопленное тепло давно минувших дней. И настоящие какие-то винтажные часы или хотя бы модели в стиле ретро – это прекрасная находка для раков. Легкая потертость на корпусе или ремешке создаст эффект такой вот состаренной поверхности. Тематический рисунок на циферблате дополнит картину. Вот ракам обязательно подарите такие часы. Далее у нас лев. Уважаемые львы, вы своенравны по-своему и обрадуетесь даже самому простому презенту, но при условии, что это будет преподнесено вам с королевским размахом. Как выглядят часы, достойные сильного правителя? Золото, бриллианты и рубины – это три ключевых слова, поэтому не забывайте их. И этому знаку подойдет аристократичная классика. Сверкающие кристаллы или драгоценные камни для женщин-львиц и шикарные механические скелетоны для мужчин.
Дева. Уважаемая дева, вы требовательные сами по себе, и с другой стороны вы ранимые натуры. Ультратонкие часы, которые отвечают высоким стандартам современных технологий и дизайна, обрадуют даже самого капризного представителя этого знака зодиака. А еще девы очень сами по себе романтичны. Так что не забудьте сопроводить свой подарок искренними словами. Весы, уважаемые весы, вы самый воздушный и жизнелюбивый знак. Порой вам сложно обрести баланс и гармонию. А иногда наоборот, чаши терпения ваши переполняются, и вы все сметаете на своем пути. Поэтому симпатичные легкие часы из практически невесомого титанового сплава станут для вас отличным подарком. Скорпион. Уважаемые скорпионы, вы самый чувственный знак зодиака, который любит таинственные и загадочные подарки. Вы знаете толк в моде, поэтому вам нужно очень постараться, чтобы угадать с подарком. Но стоит для скорпиона присмотреться к швейцарским часам с лунным календарем или мерцающим в темноте моделям. Элегантно, безусловно, сексуально, да, загадочно, конечно. Скорпион будет так поглощен новой игрушкой, что едва ли услышит ваш вопрос, который час, и эта тайна останется неразгаданной. Стрелец. Уважаемые стрельцы, вы не поседы, вы настоящие актеры. Ваше стремление удивлять именно заложено у вас в крови. Поэтому часы должны быть в полной мере отражать именно эти качества. Очевидный талисман стрельца, конечно же, стрелка. Чем больше стрелок в часах, особенно люминесцентных, тем лучше. 4 стрелки по числу сторон света, самое то. Или 5, чтобы всех запутать и удивить. Найдите такие часы для стрельца, и вы попадете в точку. Козерог. Уважаемые наши козероги, зимнее солнцестояние превратило вас в несгибаемых личностей. Вы самый практичный знак зодиака в гороскопе, поэтому дарить вам следует только полезные подарки. Среди наручных часов самыми удобными считаются электронные модели с цифровой индикацией. Чем больше функций, тем лучше. Термометр, барометр, альтиметр, пульсометр – новые друзья запасливого козерога. Водолеи. Уважаемые водолеи, вы романтики с большой фантазией. И водолеи находят прекрасное в любом, даже самом обыденном предмете. Только представьте, сколько радости вам доставит необычная вещь. Например, часы с оригинальной индикацией времени или часы для конкретного рода занятий. Циферблаты с рыбками, звездочками, кисточками – это для девушек, а вот футуристический дизайн – это для парней. Рыбы. Уважаемые наши рыбы, чтобы вы чувствовали себя как рыбы в воде, подарите часы с повышенной водозащитой и на каучуковом браслете. Только до вручения хорошенько спрячьте свой подарок, ведь этот знак обладает отличной интуицией. Кстати, с чувством времени у рыб все прекрасно, поэтому им вовсе не обязательно дарить часы с большим количеством информации. Пары стрелок и меток будет вполне достаточно.